Полезные советы от фирмы 1С. А можно так? Утром стулья, а днем деньги. Можно. Но деньги вперед! Нужно закупить новое оборудование или расширить парк автотехники, и при этом не хватает собственных средств, а банк больше не дает кредитов или требует залог, которого у вас нет, не отчаивайтесь. Вам на помощь придет новый бесплатный сервис 1С Лизинг, доступный пользователям программы 1С Бухгалтерия версии 3.0.96 или старше. 1С Лизинг очень похож на сервис 1С Кредит, о котором мы уже рассказывали. Просто выберите из списка предмет лизинга, введите его стоимость, желаемый срок договора и сумму аванса, которую вы готовы выплатить за ваше оборудование. Сделайте это, и прямо в программе 1С Бухгалтерия вы увидите список предложений, подключенных к сервису лизинговых компаний. Выберите галочками «Лучшие предложения», и программа сама сформирует пакеты необходимых документов, а также заявки на предоставление финансирования. Заверенные вашей электронной подписью пакеты документов автоматически будут разосланы в выбранные вами лизинговые компании, а вам останется только ждать их одобрения и дальнейших инструкций. Сервис мы запустили совсем недавно, в июле 2021 года, так что число подключенных к нему лизинговых компаний будет постоянно увеличиваться. И вы обязательно найдете самые выгодные условия финансирования для покупки необходимого вам оборудования или автотранспорта.